На очередном заседании депутаты Ивановской областной думы планировали обсудить вопрос об установке индивидуальных приборов учета газа в жилых помещениях, где подключена лишь газовая плита. Но большинством голосов обсуждение вопроса перенесли на следующее заседание. По мнению депутатов, если в доме или квартире газ используется только для приготовления пищи, то установка счетчика должна носить рекомендательный, а не обязательный характер, так как такая мера не приведет к стимулированию энергосбережения, абонентам выльется в круглую сумму. Но пока ситуация с установкой счетчиков такова, что во всех жилых помещениях, где люди пользуются газом, до 1 января 2015 года должны появиться счетчики. Однако депутаты подчеркивают, что для тех, кто не успеет это сделать, никаких штрафных санкций не будет. В процессе обсуждения сегодня появилось еще предложение о переносе сроков исполнения этого закона с 1 января 2015 года до 1 января 2019 года, то есть на 4 года. Потому что мы видим, что все абоненты даже при желании не успеют вовремя установить. Ну вот такие немножко у нас, долго мы раскачиваемся.